Шарики в сторону, в ход идут подсечки, кулаки и пинки. Кадры избиения 11-летнего мальчика попали в объектив камеры наблюдения одной из пиццерий Караганды. Несколько подростков со всей силы наносят удары по голове и лицу, а останавливают лихих бойцов лишь появившиеся взрослые. Как оказалось, мальчик был избит за то, что с друзьями не захотел уступить столик компании подростков, пришедших позже. Спецоперация по задержанию карманника попала в объектив камеры очевидца. Действие происходит в Актау. Молодой человек уже несколько раз привлекался за кражи. Последний месяц он находился под наблюдением, но не отказался от преступной деятельности и был задержан. Сейчас вор помещен в изолятор. В центре Алматы набок опрокинулась грузовая «Газель». По словам очевидцев, автомобиль на скорости внезапно свернул в сторону, машину крутануло на 360 градусов, выкинуло на бордюр, и она упала набок. По предварительной версии, водитель грузовичка потерял сознание за рулем. С места ДТП он доставлен в больницу. Один человек серьезно пострадал в ДТП автоблизнецов, бордовых Audi 100. Столкновение произошло, когда первое авто тормозило перед поворотом. От удара пассажир второй машины вылетел в лобовое стекло. Он получил черепно-мозговую травму, а из двух одинаковых поломанных машин теперь можно собрать одну. В Караганде это видео помогло задержать серийных воров. Группа несколько дней орудовала на одном из крупных рынков города. Пользуясь тем, что в морозную погоду торговцы оставляют витринный товар без присмотра, воры просто хватали и уносили коробки.